Депутаты Тверской городской думы внесли поправки в бюджет на 2023 год. На этот раз сумма поступлений в казну разных уровней составила 647 миллионов 600 тысяч рублей. За счет этих средств увеличены расходы на ремонт коммунальных и социальных объектов. Тем продолжит Наталья Чекет. Народные избранники увеличили расходы на капитальный ремонт объектов теплоэнергетического комплекса города. На эти цели дополнительно направят 34,1 миллион рублей. Предусмотрено финансирование на разработку проектов ремонта тверских школ номер 15 и 17. Предлагается увеличить расходы на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей. Здесь у нас доля софинансирования 80 на 20 в нашем бюджете этих расходов. Сейчас мы определили областную сумму 4,4 миллиона рублей. Более 10,5 миллионов рублей направят на ремонт пешеходной дорожки от речного вокзала до нового Волжского моста и восстановление лестницы к Вечному огню. Также выделено 600 тысяч рублей на строительство внутриквартального проезда от улицы Левитана до бульвара Гусева. Основные расходы, которые мы сейчас рассматривали, это связано с строительством детского садика на Левитана, это капитальный ремонт школ наших, также увеличение суммы оплаты детского питания в начальных классах. Также рассмотрены были вопросы по ремонту тротуаров, которые будут проводиться у нас в этом году. На заседании народные избранники поддержали инициативу жителей деревни Борихина организовать орган ТОС. Решение направлено на развитие в Твери территориального общественного самоуправления. Первым этапом станет установка границ ТОСа. Следующим – утверждение устава нового органа ТОС и внесение его в официальный реестр. С началом деятельности ТОС Борихина количество органов общественного самоуправления в Твери увеличится до 76.